Итак, завершающий день больших игр. Вскоре определится сильнейшая гильдия Фиора. И снова с вами я, Лепёша Лола, и наш любимый комментатор Яджима. Благодарю. А также к нам присоединился Тыквачок. Тыквасиба. В финал вышла команда головы безглавого под началом Крысака. Привет! А против них гильдия, которая чудом и упорством прошла все испытания. Яда Клык. В этом году большие игры шли по принципу выбывания. Так что в финале осталось лишь две гильдии, чтобы бороться за победу. Офигеть, какая круть! Отличная получится статья! Давить, Люси! Люси? А, простите, что такое? Смотри, финал вот-вот начнется. А, этот спектакль. Никакого спектакля. Яда Клык с большим трудом пробивался к финалу. Вдруг и сегодня. Хотя нет, погоди. Это все спектакль. Крысак Крус, ничего не скажешь. Но, судя по моим заметкам и наблюдениям, волшебники Яда Клыка будут посильнее. Наверняка каждый из них вдвое круче Крысака. Но они до сих пор это скрывали. Но зачем им это делать? Думаю, хотели повысить ставки. Яда Клык победит. Причем легко. Круть! Невероятно, это невероятно! Я поражен. Отыквенно! Яда Клык победил! Шансы были 100 к 1! Какая победа! Обдурили мы. Яда Клык — сильнейшая гильдия Фиора! Срубили куш. Обалдеть, Люси! Ловко ты их просекла! Они, конечно, сильные. Но неужели они теперь первые волшебники Фиора? А это еще кто там? Погодите! Стадион шепчется, что происходит? Курила? Тыква? Интересно, а что творится-то? На арену вышел какой-то подозрительный тип. А ты еще кто? Нарушитель! Я ощущаю неимоверную мощь. Надо увести отсюда людей. Смелости тебе не занимать, раз нарываешься на драку в столице. Неужто это тот самый черный плащ? Да не может быть. Так вы теперь сильнейшая гильдия Фиора. Да ты вообще кто такой? Я бросаю. Вам вызов! Он напал на них! Надо собрать боевых волшебников! Что за ужас? Горячо! Ай-яй-яй! От такого жара аж одежда! Да нет, целый стадион плавится! Да что за жар такой? Жар? Нацу! Круть! Нацу! Сынок! А ты кветь! Сколько зим, Люси! Хэппи! Что вообще? Ну, Нац очень хотел помериться силой с победителями состязаний. Так они уже откинулись. Эй, кто смелый? Смахнемся! Понеслась!
Его надо остановить! Я ж воспылал! Стадион горит! Ну и жар! Да он чудище! Драпаем! Да уж, ты переборщил, Нацо.